Да. Веди до тредит. Да, наверное, мозг надо убивать скоро. Мозг. На карте можно посмотреть. Блин, точно. Почему я не додумался? Я даже забыл, что у меня карта есть в игре. Я ею никогда не пользовался особо. Так, что еще не видел? Два чира. А чего он их не произнес? Так, я немного подвинулся. Видит it. Reddit, я сказал, видит it Reddit. Ов. 07. Короче, я постарался. Принеси твой ник, но не смог особо. За фоллоу, спасибо. Джунглевый хук падает с плантеры. В смысле? Хук, который это крафтится из вайнов. Я про этот хук. Который в разные стороны еще может это, как паук, прицепляться. Пол нормальный. А зачем? И так работает. Так, короче, небесный этот отправляется повыше. Мне нужны слоты для нормальных крафтов. Так, что теперь мы еще можем собрать вместе? По-моему, вот эти штуки можем собрать вместе. Давайте спросим у гайда. На всякий. Типа Spectre Boot можно Anklet of Wind сделать Lightning Boots. Стоп, а Lightning Boots тоже является материалом, да. Anklet of Wind в джунглях можно найти. Так, это на будущее, а это с чем можно собрать? С черепом, с клаудом. Ну, видимо, да, мне нужно с шариком. А шарик еще найти надо. Или стоп. Угу. Вот это вот Obsidian School. Obsidian School. Obsidian School. Я не помню, с чем Obsidian School крафтится. Или он просто крафтится сам по себе. Мне нужен shiny балун. Балун мне нужен. Балун. Шарик, банка, подковка. Да, вот я хочу такое скрафтить. Джунглевых. Так, это читал. Зовут Данила, тоже крота. Самый нормальный, да, я знаю. Шар. Мне нужно шар найти. Так, вопрос вот какой. Чтобы найти шар, шар я могу найти на летающих островах, да? Здравствуй, Валупла. Кстати. Так, насчет шара, подскажите, это на летающих островах? Да, на острове. Значит, мне нужно слетать на него. Я не уверен просто, где я еще не был. Я разведал два острова. Видимо, еще где-то здесь может быть остров. Я надеюсь. И вот там еще может быть. Но это вряд ли. У меня маленький мир просто. Копи... ESC, спасибо за фоллоу. Почти зетом. Опять зетом. Спасибо за чиры. Привет. У торговца какого? А, у него фигня, наверное, всякая. Привет-привет, зетом. Ничего интересного. Гравий Поушен? Да-да-да, Гравий Поушен у меня, вот он. Просто думаю насчет того, сколько здесь еще может быть островов. Один меч минимум. Подкова и шар на островах.
Ну, значит, у меня еще должна быть возможность найти все это. Я подкову нашел и нашел пустой остров. Как вы можете видеть. Вот этот остров пустой. Так что нужно еще полетать немножко сейчас будет. А, у странствующего? Сейчас увидим. Где ты? Или он депакнулся уже? По-моему, нет. Возможно, там есть определенная гарантированная доля, доза. Потому что оно как работает? Игра подразумевает, что ты все эти артефакты сможешь найти. Если их не сможешь найти, то будет как-то очень обидно. Просто... как бы объяснить? А где еще их найти можно? Другие шары. Там просто есть несколько видов шаров. Один из них точно на летающем острове. А другие шарики где находятся? Не в курсе случаем? Гоблин? Гоблин еще пока без дома, я так понял. Или просто еще не занял его. Не уверен. Возможно, у меня все дома просто заняты уже. Этот шарик вообще так светит не очень. Или это мне кажется? Не знаю. Другие шары комбинации с баночками. Да, мне нужно добить броню. Так, не сюда, не сюда. У меня тангстен, тангстен и платинум. Типа, если я возьму тангстен ботинки, то они будут лучше, чем если я буду использовать то, что у меня сейчас платиновое. Так, тап. Так, упасть, упасть. Надеюсь, я на нужной высоте нахожусь. О, так лучше. Где гоблин? Сморк. Надеюсь, я на нужной высоте лечу. Но я думаю, остров бы показал себя немножко. Если бы... Да, на нормальной высоте был. Главное от этих не отлететь. Нелепо. Да, шарик. Так, что это было? Видимо, фоллоу был. Ай-яй-яй. Проверим, может быть, еще один остров. Найс. Пока еще заряд летучего зелья есть. Меч. Класс. Чудесно. Здесь уже вряд ли что-то будет, да. Так. По-быстренькому на базу. Может быть, еще успеем что-то исследовать. Как думаете? Я не уверен, что я успею что-то. Ну, Star Fury. Вот он. Можно наконец избавиться от моего дурацкого меча, с которым я сейчас бегаю. Так, я знаю, на экране сейчас полная каша происходит. Почему я так медленно бегу? Не замедляйте меня. Don't stop me now.
I'm having such a good time. Да, я в прошлый раз тоже эту песню вспоминал. Ну, потому что песня офигенная. С этим вообще не поспорить. Это так, отступление лирическое. Блин, так не вовремя. Зараза. Так вам-то, наверное, вообще каша полная на экране. Если у меня ничего не видно толком. Забор! Ты вовремя пришел, блин. Здравствуй, забор. Ты где пропадал? Мы тебя вспоминали тут. Так, что там? Привет, забор, привет, забор, привет, забор, привет, забор, привет, забор. Заборчик. А, так, так, меч, меч, меч экипировать. Совестные. А какой у меня обычный Starfury, блин. Был бы еще с это, с каким-нибудь префиксом классным. Умная лента ВКонтакте. Ну, с другой стороны, я как бы это расписание давно выкладывал, так что... Ты предмет, да. Минимап. Минимап мне очень не нравится. Мозг убить. Да, мозг мы это. Мозг мы убьем. Делай. Сеттермора плюс. Плюс 5 брони. Прикольно. Надо будет, значит. Пока танк сам добить, наверное. ВК сдох. Легендарный сразу. А, так, оно мели дэмидж, окей. А там броня с Кримсон, она увеличивает твой дамаг наносимый, насколько я помню. Так, давайте, ладно, последнее зелье упорим, поищем еще что-нибудь. Здесь вряд ли уже в этом направлении. Что-то перелетел немножко. Лишнего. Просто я не думаю, что когда-нибудь еще в дальнейшем мне так срочно понадобится летающее зелье, чтобы я не смог их нормально раздобыть. Так, что это было? А, спасибо за фоллоу, я не успел прочесть ник, к сожалению. Прошу прощения. Ти, что-то там, ти, здорово, ти, задора. Что-то такое. А, прошу прощения еще раз. Блин, что-то я высоко слишком полетел. Птицы высокого полета. Ой, водичка. А, уже, видимо, бесполезно, но я все же поищу. Надо в дерево заглянуть. По-моему, под деревом может быть это. Образование природное, в кавычках. Не в этот раз, я так замечаю. Да. Это не то дерево, которое работает так. Sleeping Angler? Что это такое? Ненавижу умную ленту. Ну да. Видимо, ты случайно не туда нажал, что она это тебя обломала. Затем. Истик высоко. Да, именно так. Не убьешь скелетрона? Ну, понятное дело, не убью. Пока что. Пока что. Стрим 6 часов. Даже не знаю, я постараюсь. В море сундук. Да, нужно морские сундуки тоже поэтому полутать. Ну как бы Duke of Flies, я думаю, по это. По
положено летать, я думаю, так. Кстати, вот он, гоблин, кому и надо было. Оправим. Кот. Спинно хвостом крутит. Коины забрал. Вылетел с подвала и начал летать. Duke of Flies обезумел. Сможешь ли ты совладать с ним? Так, как теперь надлежащим образом все это скомбинировать? Типа мы можем скрафтить. Так, что-то мы не можем пока ничего скрафтить. А, мы можем скрафтить Cloud in a Balloon. А Cloud in a Balloon затем комбинируется с подковой. Все верно? Давайте спросим у гайда. Для надежности. Подкова. С чем работает подкова? Да, с Cloud in a Balloon. Все верно. Платный баллон. Теперь хорсшу. Баллон. И возможно даже это предел для этого. Я не уверен. Чем-то еще можно потом будет это скомбинировать. Мне еще один скаймил не нужен. Сюда иди. Фезер. Это крафтовый ингредиент. Пусть здесь лежит. Танксом меч мне тоже точно не нужен уже. Голду надо спрятать. Совладать сидик. В плане. Обоссался. Человек-муха. Сколько будет еще стрим? Я не уверен. Полчаса может быть еще. Может быть еще что-нибудь интересное успеем провести. Я не уверен пока. Насколько меня еще сегодня хватит. На самом деле уже, наверное, скоро надо вырубать. Так, где танкстен штанишки? Так, какой сет бонус? 3 дефенс. Это, по-моему, больше, чем если платиновый юзер. Да, на единичку больше, но все равно нормально. Значит, нужно спрятать, чтобы я потом случайно не просеял. Куда? Давайте сюда. Не, в копилку. Чё ты здесь делаешь? Деньга, ты здесь должна быть. Это так. Продай мусор лишний. Какой именно мусор? Коротко про хранителя данжа. Ну-ка. Может, это внимись. Да. Арену на мозг. А я и даже не знаю, сможем ли мы мозг одолеть. Немного похрустел шеи. Так, что у нас там еще можно сделать интересного? Так, с чем можно комбинировать гайд? Куда ты запропастился? Подскажи, с чем можно это собрать? Ну, это не материал? С какой стати это не материал? Блин. Фиг с тобой. Один. Чё? Какие-то рандомные цифры вступил. Ставь. Ну, короче, типа меня, видимо, уже бот какой-то фоловит. И вроде того, я не уверен на этот счет. Потому что выглядит не как настоящий аккаунт. Так. Мед, тетю. Кримсон.
Ну, медового босса можно убить в меду. Если об этом. А, или ты про ми... А, про лечилку. 24 часа стрим. А, пока что нету подходящего повода для такого события. Я так полагаю. Пятнадцать зрителей. 15 Покшам, зрителей. покшам, 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 покшам. Ну да, видимо, Террария народу любопытно, поэтому забегшие случайно зрители в том числе забегают, а не только айзачевские ребятки. Тем не менее, я признателен всем, кто заглянул. Kill в консоль. Зачем? Это звучит как... Это очень страшное что-то. Так, а с чем спектр бутсы можно совмещать? Я, по-моему, что-то еще могу с чем-то скрафтить. Но я не уверен, с чем и что. А, ну да, Inkled of Wine нужен здесь. А здесь? Здесь ни с чем. А это? А для этого нужен еще один этот. Метеоритные пули. Собака Забраксакса, осторожно, аморал в чате, аморала в чате. Морал в чате. Пожалуйста, всем выйти из чата. Лук. Ну, мне лук я не люблю очень. Но у меня жести рерова вроде достаточно. А они что делают? Я не уверен даже. По-моему, пробиваются насквозь или что-то такое. Желтая тапка, это ласткрафт. Ага. Выходим из чата, зачем? А, ну да, потому что забежал туда, морал всякий. А вот насчет Depth Meter и прочих, они что же с чем-то крафтятся? GPS. Да, часы нужны и компас. А компас достается только в хард моде. Понятно. А вот эти детекторы всякие. Телли, каунтер. Сколько монстров я убил, ну и прочая фигня, понятно. Пробивает врагов, преступников, пока не в толпе. Ну, короношка... Да, я тебя помню. Не волнуйся. Метеоритные пули. Мне нужно, значит, сперва найти метеорит. А метеорит... Чтобы метеорит заспавнился... Я не помню, было ли вообще сообщение о том, что спавнился метеорит у меня. Я не помню. Он спавнится при каких условиях? При каких событиях? После нашествия гоблинов или как? Или во время? Точнее, или перед нашествием гоблинов? Мне нужно понять, заспавнился ли у меня метеорит на мире, и, может быть, я это пропустил просто. Компас пираний падает. А я думал, что компас падает только в это, в хардмоде. Или это теперь он падает с пираний в том числе. Ну да, он был месяц назад. По-моему, он даже 2 месяца назад был. Но еще когда я стримил на этом, на Ютубе. С вероятностью 50%. Я уже не могу вспомнить. Я 2 сердца разрушил. Кримсоновых. Ну, предельное, до спавна босса. И вроде как не призвал ничего. Может быть, я и призвал метеорит, я уже не помню. Я был немножко это... Немного в кашу. Чтобы это заметить, к сожалению. В тот момент. 0%. Ну как бы ты уже олд. У тебя вон даже бадж битцевый уже олдовый. Временем про этого. Так что да, своеобразный не факт. Ой, своеобразный волк. Да, я знаю, три сердца босс.
Но Battlefield of Wind поискать, раз уж мы это на такую тему перешли. Или пойти с боссом подраться, попробовать. Мне бы хотелось еще хп свою наапгрейдить получше. Сердец побольше найти. Силок нормальных накрафтить надо. Много еще чего надо сделать, чтобы нормально сражаться. Я просто не уверен, насколько босс этот опасен и сложен. Вообще, я искал метеорит, но... Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Насколько это будет неудобно. Или наоборот, удобно. Ванильно. Приятного аппетита. Забор экономит на дошираках, чтобы потом донатить на стримах. Так что все нормально. Ого, круто, террария. Капа-капа. Так, чтобы ни над кем не издевались, а то я вас выгоню. Еще не хватало вам тут устраивать глупостей. Так, еще раз, чтобы никаких срачей не было сейчас. Или это фейк чей-то? Вас и не поймешь. Когда их убьешь, начнет таранить их перки. Меньше сил, чем хп, менее прозрачной становится его иллюзия на второй фазе. Зрители и двор стреляют в упор. За зрителей и двор стреляют в упор. Да, мы не срёмся со зрителями. Зачем над кем-то издеваться, когда есть стример? Я вам так скажу. Классно, я ставлю эти штуки. Так, где? На самом деле можно через одну ставить, через один блок, чтобы не расходовать лишние ресурсы, но это я. Где? Так. Пришел на стрим. Зет раздевается. Так. Что за это? Что за началось тут? Будет сложно меня заставить играть в очень сложные игры. Я и так уже говорил, что в Боши и Эво на БЗК я буду очень-очень вряд ли играть. Так это ломается? Или это алтарь?
потом этот алтарь. Так и чё там, чё-то я там не дочитал. Вот смерть его могу делать очень много дебафов. Подушка мокрая. Чё это было? А, Полина 147, спасибо за фоллоу. Когда услышал, кого-то обижает в чате. Я уже не могу. Я не успеваю следить за чатом. Вам бан. РП стрим. Лови гангат салют. Зе танцует стриптиз. Не, вряд ли. Я это... Я немножко по другим... По другим... не знаю, как это правильно назвать. Встречам. Типа того. Так. Это еще не арена. Хоть, может быть, этого хватит. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Когда я банковал, прям за душу. Жизнь разменена, но не очко. Обычно губит арк 11 и туз. Не надо бан. Аквэшером тайм-аут. Думаешь? Дурацкая... Я в нее попасть не могу. Совсем покоя не дают. Вот что за месиво? Что за месиво? Не то, что я хотел сделать. Что последнее было? Пауки. Да-да-да. Вообще. Бесячие. Да живу-живу, не бойтесь. Вроде как, живу. Вроде еще. Люблю пауку. Дыры? В смысле дыры? В смысле вот эти спавны закрыть? Трейтер, да-да-да. Всем тайм-аут. Так, костер нужно создать. Hellkicker, спасибо за фоллоу. Думаю, мне еще нужна одна платформа внизу. Просто до этого я немножко не достаю, как видите, иногда. Это мне очень подгадит. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Нифига они там валятся изо всех дыр. Он еще и костями кидается, что за фигня? Точно они из дыр лезут, а? Надо зашить, действительно, чтобы не лезли, допустим, вот как-то так. Так это ставим, я из нее пришел, наверное. А вот здесь точно нужно закрыть пропасть, потому что я в нее еще упаду, застряну.
К слову, застрять нужно и водичку тоже немножко по это поудобней для продвижения сделать над водичкой пространство. В таком случае, а вот это не надо, уже перебор. Вот как-то так, да? Нет, весь блок. Во. Ой-ой-ой, ты откуда? Откуда такой будешь? Закрой задний. Но только на первый. Первое, прощаю, но впредь будьте это осторожней. Так, а ну не это, не кичиться олдовостью. Не столько, скажем так, олды на той олды, что они не кичатся своей олдовостью обычно, а профессионально ею пользуются. Справа что-то. В плане. Мне вот это не нравится, вот это не нравится мне. Так, еще есть пропасти какие-то. Серьезные, вот это вот. И вот здесь. Здесь еще немножко. Вроде здесь еще вот. Вроде теперь норм. Я олд или нет, а Азазель ты, по-моему, еще не особо олд. Не-не-не. Короношка, ты вроде, ты уже спрашивал вроде. Ты олд вроде как. Даниилушка, повторяй за мной. Р-р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 . Я так не могу. Да-да-да. Guy of Hell, ты, по-моему, уже волк даже. Потому что я тебя довольно давно уже вижу на стримах. Так, типа, такая арена сойдет, как думаете? Мне еще надо вернуться за зельями. Здесь, кстати, два мейли спит, так что я это экипну. Прошу прощения. Я это экипну. Троллинг красников. Где? Раньше было лучше. Раньше было лампами, да-да-да. Ой, стоп, у нас же это. У нас же... Кровавая ночь. Армород шекл. На что ты армород? А, ты... Шакла. Плюс дефенс. О, плюс дефенс, очень хороший шакла. Давайте лучше я крипну, чем тот бонус, который там был. Да блин, отстаньте от моих жителей. Армород шакла сюда. Плюс 3 дефенс очень сильно в начале. Скоро там ночь закончится, я даже не могу проверить. А это 20 мана. Ну 20 мана это такое. А стоп, я не то поменял. Я умник, да. Я умник. Новые люди, это отлично. Ты Герд, если тебя смущает поведение
участников чата, ты можешь мне пожаловаться, я им тайм-аут дам. Забор потому что они иногда из-под контроля выходят. Раньше была лучше, забор скатился. Видео не выпускает, фу, раньше была лучше. Раньше было лучше. Летающую копилку. Кровавых зомби. Да что-то день начался случайно. Короче, если Гберт тебя это обижает, то я могу принять к ним меры, не волнуйся на этот счет. Потому что они немного из-под контроля выходят иногда. Найс обороны нечисти. А, ну тогда это. Тогда наслаждайся. Наверное, так. Наслаждайся общением. Так, зелки нужно взять всякие. Iron skin. Что еще надо? Swiftness. Swiftness уже нету. Окей, что еще есть? Давайте пот скрафтим, пока мы здесь. Пот. Cooking pot. У меня, по-моему, нету рыбок. Вот что обидно. И нету глины. Да, у меня, короче, еще много чего нужно для нормального. Значит, iron skin мы одним будем пользоваться пока что. Alt зажми. Чтобы его фаворит сделать. Зачем фаворит? Не Данил, а Даниил. Ну да, на самом деле Даниил. Я. Может быть, я и работаю в ФСБ. С этим. У меня нету. Чем слушай? Так, стоп, мне надо эти бомбы взять еще. И надо побольше пуль купить, наверное. На всякие бомбы. Еще штучку возьму. Чтобы в пылу боя они вдруг не попали, если тянется. Тут вышел из-под контроля. Принцем. Лордерона. А, он из Альянса, что ли? Фаворит нельзя удалить, сундук депозитный поместить. А, это очень полезно, кстати. Альт, да, нужно зажать? Окей, надо запомнить будет. Просто у меня есть проблема в этом вопросе наверняка. Что-то это нужно будет запомнить. Нижние подчеркивания ган, нижние подчеркивания год, теперь лесбика по прайд. Ну, поздравляю, наверное. Я уже не знаю, кому верить тогда. Короножки или тебе? Как стать олдом? Ну, берешь и это... Постишь... Как там? Эту штучку, как она? Сейчас скажу. Прикрол, там, не знаю. Ну что тут скажешь, если в таком духе. Наслаждаюсь статусом своим. Зачем мне такое разбитие? Это образа.
Ты сейчас скажешь, что капитан это сестра. Сестра Роги. Какой прошлый коммент? Берет печеньку, но продолжает распространять правду. А до этого... Жинка вышла из контроля. Лел никого не трогал, он стал троллингом, жил в комнате, отрицает РПМ сет. Ну окей. Печеньки. Заткнись, теперь я дарю печеньки. Такие печеньки мне больше нравятся. Так, почему здесь платформ недостаточно? Я, значит, не достроил платформу и такой спрашиваю вас, а хорошая ли платформа получилась? Точнее, хорошая ли арена получилась? Конечно, нет. Надо поровнее пол сделать. Или нормально это будет? Ну, вроде нормально. Наоборот. Дали канал в Дискорде. Слышь! Вот так и это. Так и доверяй людям. Они потом каналы в Дискорде удаляют. Хоть не в лицо. Большие проблемы. Так. Типа, короче, мы спавним босса, быстро залетаем вверх. Начинаем у него стрелять. Много-много стрелять. Да-да-да. Зачем кучу бомб-то? Будем это... последовательно, короче, действовать. А теперь кидаем бомбу. Давно все сработает. Какого хрена? Так, хилку. Зачем я хилку сразу заюзал? Черт. Ладно. С вами. Мне нужно мелких типа сперва убить. Что их много, и они злые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такие моменты, наверное, я и вздыхаю. Когда так застреваешь. Надо в углу себя не позволять забивать. Почему я иду в разные стороны? Это из-за дебафов, да? Не, это что-то для меня немножко пока что перебор. Слишком много жира в них для моего оружия. Мне нужно что-то потяжелее. Ты слишком быстро полег. Меня это смущает. Меня слишком быстро убили. Я не знаю, почему так произошло. Наверное, еще рано мне пока. Зашквар. Да-да-да, зашквар. А почему не произнесло все это дело? И что там другое уведомление было какое-то? Зашквар, 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 зашквар. Чего так? В смысле, чего так? Ну, я начал бой, я забафался. А дальше не знаю, оно само так слилось. Доджить. Я пытался доджить. А как еще доджить, если у меня скорости нету толком? Я пытаюсь как бы бежать, а это... У меня скорости нету, меня замедляет, меня... меня в разные стороны... Это... Ну, направление передвижения меняют. И прочие дебафы. Да, на самом деле я сейчас уже, наверное, буду вырубать стрим куком.
Ну, что-то хуком не сообразил я, видимо. Но я не уверен, что это слово помогло бы. Но забор, к сожалению, нужно было пораньше подходить, потому что, да, уже пора выключать. Тули говно, ундер, 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 тули. Говно, ундер, тули говно, ундер, тули говно, ундер, тули говно, НЛ, ундер, тули говно. НЛ гейм. Не знаю, что это. А, но гейм хорош. А, ну, извини, забор. Но, как бы, да, тебя обломал сперва ВКонтакте, теперь тебя обламываю так немножко. Но ничего не поделать, мне уже это, отрубать пора стрим. Как бы и так уже на час больше поиграл, чем планировалось. Ох, так, ладно. И тебе спасибо за это. Пока, Даниил, спасибо всем за крутой сегодняшний стрим. А, да, кстати, рейд, точно, ребят,